Ведущие шестерни от трактора получили вторую жизнь уже как основа для входной группы сельскохозяйственной ярмарки в селе Субсех, которая открылась в привычное время, но на новом месте, потому торжественно. Виктор Герасименко живет в Анапе. В муниципалитете действует более 20 таких выездных ярмарок. Формат знакомый. Зашел, чтобы купить свежие черноморской рыбы, кубанских овощей и фруктов. А проезжал рядом, слышу, песни поют и выездная торговля. В том числе и для этого ярмарку перенесли на площадку рядом с центральной трассой, поясняют в администрации Субсехского сельского округа. Для удобства жителей. Жителей села Субсех, потому что не все жители знали все-таки о том, что у администрации проходит ярмарка. И часть Субсеха, это улица Конституции, Сиреневая, Строители мира, они не знали, и им неудобно было к администрации подходить. А здесь все-таки дорога, более оживленное место, площадка больше, чем перед администрацией. Городское управление сельского хозяйства оперативно организовало работы по приведению в порядок ярмарочной площадки. Пока ее отсыпали щебнем, но уже рассматривается идея о том, чтобы забетонировать. Светлана Гриненко живет в Субсехе, отмечает, что на новой ярмарке и ассортимент стал шире. Ну, в принципе, мне удобно. Главное, чтобы цены были приемлемые. И выбор был, ассортимент. Сейчас больше. Сейчас больше, больше всего. Стенд с рекомендуемыми ценами – обязательный атрибут такой ярмарки. И именно доступность качественных продуктов от местного производителя привлекает покупателей. Ассортимент планируют постепенно расширять параллельно с ростом популярности ярмарки среди местных жителей. Еще одно преимущество нового формата – есть возможность для расширения площадки. Пока привоз в Субсехе открывается в воскресенье, однако в местной администрации не исключают, что со временем добавится еще один рабочий день. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.